Привет тебе! Продолжаю вести рассказ о том, кто такой Трикстер. Сегодняшнее утро с опозданием пришедший автор завершает. мифологемы о трикстерах народы Европы и Азии. Сегодня, если успею, герои прочих мифологий, интересные персоны, но о них Придется рассказать чуть позже. вначале хотелось бы ввести в видеодневник основную цель. Это экспедиция, которая будет посвящена собирательству, стрижкам, татуировкам, рассказам, мифов и шитью. Это носки, которые я связал в течение этого года в публичных местах, на работе, в ходе которой меня не раз увольняли за именно итог. Это носки, это лицевая их сторона, детские носочки. Шил я их со специальными эмоциями, воспоминаниями. Шитье – дело долгое, и рассуждений было много. Детские носки должны, по моему мнению, выглядеть именно так. Ребенок, по моему мнению, должен не выходить из этого возраста в течение всей жизни. Это изнанка детских носков, много цветов, пятка носок, место для ноги и козырный, родимый элемент – это штопка. Бинтом, дырка, где большой палец ноги, незаметная работа. в ходе которой мною не выявлено недостатков. резинка сохранила свою эластичность. Дважды приходилось обшивать носок по кругу, поэтому он такой жесткий, напоминает даже кроссовок. Будет лежать вот тут, что один, что второй носок не портит кадр. с последнего слова, последней строчки. Карамат Карди, пиши, читай, рассказывает. Устройство Ирлах Карти для Золотой Орды Поволжья и Фина Угоров. Воспроизводит мифопоэтическую модель мира. Согласно чувашским Представлением: Вселенная есть префектура пространства, которая поделена на четыре стороны света. Это четырехугольное пространство. В централище Вселенной находится мировая гора. Она называется Амату. На ее вершине располагается молочное озеро. Оно называется сет Куле, от которого начинается ривер речки и все реки, которые не спадают вниз с вершины горы Амату. Посередине молочного озера сет Куле на самом середине вырос остров, на котором произрастает мировое дерево. Оно называется Ирлах-Карти корни, камлевые тела дерева живут в нижнем мире. Это низовые олицетворения, которые на языке чуваши имеют слово сочетание из букв вхождение в вечность керь это войти и йомете в вечность вселенную а ветви того же корня камлевой части тела дерева уходят в верхние миры, дальше вершины горы Амату, мирового дерева Ирлах-Карти. Поволжье и финно-угорцы – это тюркская религия, неоднозначная религия. Ее родники обозначили как особое мировоззрение и по поверьям, они делят его на три яруса. Верхний ярус, средний ярус и нижний ярус. Верхний и нижний мир имеет обозначение как камлевые смежные миры, Вместе они представляются зеркальными отражениями друг друга – и они соединяются в среднем мире, в поднебесном мире. Средний мир – это некое зеркало, куда может посмотреть на свое отражение человек. Релфи. Камлевые представления у Ирлах Карти – это дерево, которое олицетворяет всю священную рощу. Так народу Орды этого мифа видятся, и они упоминают их в письменах, обозначают их как божества, им приносятся жертвоприношение, их слоган «Здесь каждая травинка и каждый жучочек дух имеет». Каждому миру соответствуют свои животные. Верхний ярус олицетворяют птицы, и крылатые священные кони. Средний ярус это парно, а в сегодняшнем слове это порно, копытное и травоядное животное закадровый смех, хохот, кашель, шепот, слова шептания, поддагивание, переосмысление. А камлевой нижний мир присмыкающийся. Тем самым верхний ярус птицы и крылатые священные кони являются в своем роде присмыкающимися, а зеркало – это порно, парнокопытное, травоядное животное. Человек поедает и то, и другое. Человек обитает в самом центре Вселенной, в зеркале, в вечности, в самом зрачке, в окне, в отражении балкона, у подножья мировой горлы, где располагается молочное озеро, и в самом центре ее дерево Ирлах-Карти на обработанной, окультуренной территории это дерево собирает перед собой множество людей, которые приносят жертвоприношения, но они ненавидят нарушение своих традиций. Это закадровый смех, хохот, кашель, шепот, слова шептания и карму. За префектурой территории начинается непроходимый лес и высокие горы, населенные хищными животными. Орда – кочевой народ, и они не понаслышке это знают. История, от которой остались ветки до да щепки. Мировое дерево Ирлах Карти представляет собой реальную модель мифологемы Карти, картины мира, мировоздания, которую обозначили тюркские неоднозначные религиозные кочевники Орды Поволжья и Финно-Угорская для родины звеньев ограды карамат карма, где четырехугольник строго ориентирован по сторонам света. Звенья символизируют вселенную, а вселенная для непонятливых странников – это лут, что в переводе означает «дикий», находящийся в диком месте. Это дикое место называется карма. К аромат. Как правило, ирлах карти устраивается у оврага или у ручья на высоких местах, символизирующих персонифицированную мировую гору. Рядом с ирлах карти всегда находится источник воды. Напоминание о молочном озере где в Централище всегда есть устроенное, высокое, развесистое, старое дерево, закадровый смех, хохот, шепот, поддакивание, в ус зудит. Могучий дуб, вязово или липа, они нечто иное, как персонифицированные мировые деревья, ирлах, карти, священная роща. Закадровый смех всегда там присутствует, потому что карти, картина всегда находится у источника воды, где журчит водичка. Она называется «Молочное озеро». Рассказчики всегда рассказывают о таких нарушителях, которые зудят в ус, ведь орда всегда бородата, не отесана, не брита. Рядом со стволом мирового дерева ирлах-карти пасутся священное животное. Они жуют траву, Золоторогие олени, крылатые кони, коровы с серебряным мехом. В нижнем ярусе они же есть присмыкающиеся. Они чавкают, кыкают, татуют. Их потроха издают звуки. И тому подобное от этого исходит обряд. Орда верит, что Ирлах-Карти-дерево оберегает их от болезней, зла и проблем. Закадровый смех, шепот... Заговор, слова шептания, зудение вуз, заговоры, подговоры, орда, ирлах карти молится, приносит благость, милость Божью, опять же присутствует закадренный... поправка. закадровый смех именно на эту тему, на моление, на некую картину, на префектуру, на вселенную, на вход в вечность. Пришедшие кочевники, орды, в это утро на место карамат, на карму, в условиях выживания не думали плохо и не имели злые помыслы, в отличие от тех, кто зудел вуз. Это черти, чьи имена называть нельзя, они живут среди молящихся, которые совершают регулярные обряды, примерно как автор видеодневника, который не понаслышке знает своих обидчиков и в лицо. Обряды молений проводятся только в одном заранее выбранном месте, как у автора видеодневника. Заранее обдуманный, описанный, проплаканный обряд, который приносит с собой в подошвах, в нижней части брюк много-много чертей, бесовства. Люди, которые нарушают святилище, священную префектуру мысли, когда люди хотят собраться около... Ирлах-Карти возле реки, болота, родника, послушать тихое место. В этом месте, по префектуре, конечно, запрещено играть, шуметь, лежать. Сюда запрещено попадать посторонним, и поэтому естествует закадровый смех. Они, как Инло, попадают в зольные уголки сознания, иначе все зло и болезни переходят границы дозволений и так или иначе приходят с молящимися обидеть их и еще раз покыкать в их обряд. Обряд – это обязательное приношение из дома. Молящиеся приносят разные атрибуты. Например, у Орды это был сплетенный из теста в форме котелка хуран-кук – с тремя ручками по краям. В этот котелок клали крупу, капали воду, получалась каша. Эта каша называлась для злых духов. Вот для тех самых чертей, которые так или иначе попадают в место, где их не ждут. В эту кашу клали лепешку по шалу. В другую руку брали горстку золы или уголек. И им чертили золотые линии вокруг головы и по телу, по больным местам. Примерно это было вот так вот, зольные уголки, камлевые части благовоний, чертили полосочки в пространстве вокруг головы и тела, после чего без бесовство, бесовщина, которая проникла с понятием термином закадровый смех, приходила в ярость отсюда есть корни тюркской религии. Так душа и тело очищалось, но с тем самым зло и болезни переходили границы дозволений. Своры нечисти, которых Орда знала в лицо, зольный уголок – это разговорчики. Если человек смотрит в профиль, в носу можно увидеть зольный блеск. Это есть те самые договоры, заклинания, шепот, те самые люди, их лица, птичьи лица, которые наравне с присмыкающимися выдают себя. Своры нечисти от золы вместе с дымом, с ветром уходили. Зло, грехи, порча, с глаз уходили, но лишь по поверьям. На практике же оно приобретало все больше и больше очертания. У чертей тоже есть предки, тоже есть родители, мамы и бабушки, деды и прадеды. Они приходят в бешенство от деяний Орды, которая просто хочет собраться в обговоренном месте с самим собой на Ирлах Карти, Кукхурана, Келсанах. Эти мощные чудотворные слова повергали их дедов и прадедов, этих обидчиков. Стоило их только сказать себе, про себя прописать. Во время обряда участники читают молитвы, их они обращают к своим предкам, не чертям и тому подобное. При проведении обряда используется пиво за кадровый смех, но по-доброму оно изготавливается в домашних условиях. Это пиво напоминает эти самые кроссовки сшитые своими руками, желтый носок, желтый вход для ноги это и есть то самое доброе это самое доброе пиво о котором говорят люди которые собираются на ежедневные обряды в обряде есть жертвоприношение не все использовали только пищу растительную использовались окрепшие животные им перерезали горло за ними следили кочевники Орды в обряде, не убивали состарившихся животных, кто уже стар, кому уже больше десяти лет, умерев своей смертью от старости, на их место приводили молодняк. Люди Орды никогда не убивали животное просто так, они ждали любимых животных, пока они умрут своей любимой смертью. На их место приводили сильный молодняк, не все из них были жертвоприношенными. Эта цепь способствует прочности мировой гармонии, по мнению Орды. Золька рано или поздно должна угомониться сильных животных, окрепших а животных, они пускали в жертвоприношение. Это олицетворяет рвение чертей нарушить устройство Вселенной. В таком ответственном обряде были принесены в жертву самые дорогие животные, которые были способны повести караван дальше вперед в Поволжье. Окрепшие животные их не раз проверяют на окреплость, на угодность, льют ему на тело воду через решето, через Решито. И если животное отряхнется, ему надрезают аорту. А если оно не отряхнется, и с него как с ламы будет стекать вода, то это животное уже считается более священным, чем то, которое отряхивается. Сваренное в котле мясо этого отряхнувшегося животного съедают а шкуру животного вешают вонять на дерево, еду и шкуру животного с карамата, карамат, ирлах карти, либо любой другой карамат, ирлах карти, который располагался не обязательно на той самой горе, уносить запрещалось, а провинившихся ликвидировали так как на карамат слетались души предков, от шкуры к шкуре души предков укоренились в запахе обители подвешенной шкуры. Считается, что именно от обряда предки наказывают непочтенного Зольку Уголек. Золька Уголек – это зольный блеск, который располагается посередине носа в раковине ушной. Оттуда все заговоры, слова шептания, обряд и его посещение считаются большим праздником. Молящиеся самым отчаянным расканием и покаянием одеты в белое, как этот снег. Это снег тоже человек, это тоже люди. Светлые одежды они носят не просто так. Основой дня к молению – определен четверг. С собой приносят в дар еду. Название этой еды – Юсман, Пад, Пашалу и краткая Ава, Куймак. Деньги и монеты – цветы и серебро. Монеты берутся обязательно на каждого члена семьи, клали в карманы, в специальное углубление, потом перекладывали в землю 9 Монет в орде, в одной семье стандартно 9 человек. Число 9, сакральное, обряд посещают по несколько человек, по одному не ходят. Еще раз существование запретов. Около и внутри обряда нельзя было громко ругаться, говорить, осквернять. Так или иначе, если человек нарушает этот обряд, то он обязательно заболеет будет в памяти скоро смертен. Обряд проводится около могил и кладбища, и поэтому существует запрет заходить внутрь ограды без сакральной необходимости. Были нарушители, но они ликвидировались. Место молений всегда закладывается заранее обговорено с префектурой своей старейшины. И когда последний человек произнесет последние слова и последний человек попросит последнюю просьбу, место молений всегда закрывается. После все равно шумного места молений, место обряда начинает жить своей жизнью и начинает жить в три, в четыре, в шесть, восемь раз лучше, в девять раз лучше, чем без молений. Карамат обычно связывают с жертвоприношением, обряд широко распространен, культ подчинения почитанию самому себе говорит. Туда ходят дети и родители молиться. Туда в прошлом никогда не ходили чужие. Но если они прорвутся, то он или она заболеют и не вылечатся. В каждой деревне есть один карамат. Это священная роща, где в централище стоит дерево, береза, дуб, вязово или липа. И рядом всегда находится кладбище. Пока тебе роспись. В оставшиеся пять минут последнее дополнение. Также слово "карамат" употребляется в разных значениях. Это точно злой дух, которого трудно ликвидировать. Это то, о чем я говорю. Тот, кто глухо проговаривает, как будто в микрофон. Все слова, которые приходят мне в голову. Этот человек ликвидирован, и поэтому он возгордился собой, это группа людей. Карамат Карти – это предки, прародители, а также антиподы аватара Кугуюма, верховного бога. В финском языке карамат означает «змея», как носителя вредоносного начала. Среди таких людей, о которых я упоминаю как о чертях, есть стрижка змея. Это комочек волос, которые скапливаются сзади на шее. Никакого отношения к сшитым носкам, кроссовкам и краевой линии моей работы как парикмахера за парикмахерским креслом не существует. Все совпадения являются вымышленными, тавтологичными. Раз тленитель, карамат, кыкать, тыкать, черт, его изгоняет зольная зала, уголек, но по поверью он не уходит, он вызывает себя еще более в двойном масштабе. Пиши, читай, говорит про Карамат, что был еще такой персонаж в марийском мифе о сотворении мира. Карамат – персонаж Лудо, от слова Луд, дикий. Он помогает верховному богу Куга Юма расположить сушу посреди первого океана. Суша на вид получилась ровная и гладкая. Совершив нырок на дно, карамат из хулиганских побуждений утаивает в пасти клюва часть строительного материала. Куга Юма повелевает суши расти в тот же миг роста. Персонаж успевает выплюнуть часть суши. На земле появляются незапланированные горы. Работа над ошибками будет выполнена. Закадровый смех, черти, слова шептания, подхихикования. Пиши, читай. Эти же действия описывает следующими дальнейшими словами. Во время создания мира практически точно повторяются мифологемы. Ульгень, Эрлик, персонажи мифов народов Центральной Азии – что свидетельствует о древности и широком распространении образов аналогичных карамат, это места поклонения народным, по по-деревенски божествам, префектура только одного человека, который не нарушает законы и не является членом Орды именно того мусульманского окраса, о котором даже не может идти речи, оно, это место, было не в единственном числе. Священных рощ было много. Они все имели имена и названия. Основная мысль была в том, что в священной роще заложена могила святого, чье имя просто так вслух было нельзя называть. Карамат строго, это конфиденциальное персонифицированное дело, лут дикий, то есть находящийся в диком месте. В период исламизации и христианизации религии тюрков и финно-угорского Поволжья через средства массовой религиозной информации навязывался исламский шайтан, где не шайтана образ представился, тюрка возненавидели народы, а человека. То, о чем имеет место быть, закадровый смех, слова шептания. Наоборот, любимому шайтану приписывались свойства Бога, где для моего тела был только человек, враг, но не шайтан. Лут – это место поклонения шайтану, религии тюрков. Пока тебе.